Столицу накрыла холодная осень. Но где, как ни на гоночном треке, в любую погоду по-настоящему жарко. А когда к заезду готовятся машины Porsche, гонка становится не просто жаркой, но еще и очень красивой. Это как консистенция реакции водителя, красоты автомобилей, скорости, маневренности и атмосферы всей гонки, и так же, как и смотрящих людей, и зрителей, и механиков. Это в целом все очень интересно, правильно и красиво. Как, не знаю, некий балет, но только на асфальте и с другими, и более шумно. Чемпионат GT Cup ежегодно собирает любителей Porsche со всей страны. Это главные соревнования гоночных суперкаров по шоссейно-кольцевым автогонкам, которые проходят в несколько этапов в разных городах. Пилоты соревнуются в двух форматах заездов – массовые очные гонки и заезды на лучшее время прохождения круга. Такой дождливой гонки GT Cup еще не видел. Сегодня пятый заключительный этап соревнований, и именно из-за погодных условий весь исход гонок может кардинально поменяться. Мокрая трасса действительно внесла изменения в планы механиков и пилотов. Соревновались в первую очередь в мастерстве управлять автомобилем в сильный дождь, а уже потом в скорости. Каждый этап серии GT Cup – это настоящий праздник для любителей автоспорта. Организаторы гонок приготовили зрителям множество сюрпризов. Есть гоночное такси, то есть можно с профессиональным пилотом прокатиться на больших скоростях по трассе. Есть автобусная экскурсия, где ты в более таком лайтовом формате едешь и смотришь, как трасса устроена. Но согласитесь, уникальная история, потому что обычно все смотрят с трибуны, а тут можно и прокатиться по самой трассе. У нас есть возможность выхода на предстартовую процедуру, именно там, где вот буквально через 5 минут начнется гонка. Несмотря на непогоду, гости чемпионата с удовольствием вышли на старт пожелать удачи кумирам, попробовали прокатиться в самом опасном такси и внимательно следили за ходом гонок до самого конца. Это вообще положительно, зашкаливающе, и вообще, и вообще нет отрицательных. Это адреналин очень сильный, новые эмоции, которые можно получить. Максимальный прилив эмоций. Сначала был страх, а потом прям кайф какой-то. Закрытие сезона чемпионата GT Cup действительно получилось зрелищным и красивым. Места распределены, зрители переполнены эмоциями, а болиды отправляются в боксы готовиться к следующему сезону.